Почти 4 миллиона рублей выделено из областного бюджета на ремонт здания морга городской больницы имени Семашко. Работы, которые кипят с августа, планируется завершить к концу недели. Масштабы капремонта оценила Олеся Акинфеева. Бригада из 4 человек занимается внутренней отделкой помещений. Стены выровняли, сделали потолки, провели новую электропроводку, сантехнику, восстановили отопление, смонтировали систему вентиляции. Чтобы успеть в срок, строители работают ежедневно по 12 часов в сутки. Стены были, сыпались, известковая штукатурка обсыпалась, потолок также, крыша под крышей, доски тоже были в плохом состоянии, меняли. Ну, плитки тут не было, только на полу было. Вот. То есть требовало полностью обновления. Здание морга капитально не ремонтировалось с момента постройки в 1917 году. Последний раз здесь красили стены, латали дыры на крыше лет 10 назад. Сейчас на площади в 92 квадратных метра кардинальные перемены. Фасад уже отштукатурили, крышу полностью отремонтировали. Освещение здесь было, маленькие окошки. Соответственно, вот сейчас вот увеличили, поставили, ну, согласно СНИПов, чтобы было кроме электрического еще естественное освещение. Большое окно вот в кабинете врача, соответственно, оно сделано. Здесь единственное, оно будет прикрыто пленочкой такой вот непроницаемой, чтобы, ну, с улицы не особо было видно, что происходит, ну, в данном здании. В этом году в областную программу вошли 3 объекта здравоохранения Серпухова. Из бюджета Московской области выделено более 30 миллионов рублей. На следующий год планируется здание, соответственно, женской консультации, пищемлока, клинико-диагностической лаборатории и поликлиники, которые будут сделаны крышей и фасадом. Городская администрация контролирует реализацию программы на местном уровне.